Итак, друзья, всем привет. У нас третий день. Все в тумане. Вообще капец. С нами также, опять же, Solar 380 Hankai 2 спиннинга Maximus 5735 тест. Длина 2,70. Шнуры 0,16. А также с нами Игорь. Ну и все, мы сейчас погнали. А также с вами канал Рыбалка в Сибири. Так, ну вот, пришли на место. Первый заброс. Туманчик такой, еще никого нету, потому что там люди боятся ездить в туман. Мы потихоньку вдоль берега, на малом, на полугрисера прошли. Груз 16 грамм, глубина под нами 4,75 метров. Тут плес с откосами. Ну, короче, заброс. Ну, каждый день погода другая. Приехали такая, вчера пасмурно очень и дождливо, сегодня туманисто. Посмотрим, что сегодня у нас. Ну, вот она, первая поклевка за день. Игры в деле. Че, как по твоим ощущениям? Небольшой. Красава. Первая поклевка за день у нас. Время обед. Судачок. Вот это приятно. Это приятно. Держи. Уля, пусти. Это приятно. Приманочка, да? Работает со вчерашнего. Первая поклевка. Покажи, на что взял. Вытаскивай. Вот. Вот такая приманка. Какая-то аж зелена, что-то непонятно, красна. О, первый. Девочка, у меня первая сегодня сошла. Эх, черт побери. Бывает. Клевка хорошая. Судачок. По-моему, судачок. Щука. Да, я возьму. За краешек. Первая поклевочка. Первая щучара. На меня. Такая двушечка. О, обрыбился, ё-моё. Блин, как что за дождь-то вообще, капец. Сразу поклевочка еще одна. На меня идет. Щучка. Может, начала только брать. Черненькая у тебя, да? Нет, серебристая. Бля, тут дырка, что ли? Ну вот, уже прямо вообще с подлодкой.
качнул, прикинь. Ну, как вчера. Нахера она заглотила. Ладно, сейчас буду отцеплять. Поглотила. О! Родей, возьми. Затянул вообще его. Прям вообще затянул. О! Ох ты, свечечка! Заснято! Такая. Нормально. Такой 700 грамм. Игорек тащит какую-то лапоть. Да, такая же шурагаечка. Ну, такая не такая, а своя. Чё ты, блин? Зачем ты вверх-то его подтягиваешь? Под... По воде вот чик и все в спацак. Чуть-чуть не, под... не дотянулся. Сошел у нас судачок. Наш. Не дает нам дождь сегодня порыбачить, сваливаем. Тучи нас преследуют. Куда ты падаешь? Клима. Иди сюда скорее. Иди сюда. Спасатели в Малибу. Куда ты все? Сиди. Короче, куда-то птенец к нам прилетел. В воду упал, мы его спасли. Сохни давай. Куда ты? Папку. Папа. Глаз мёд. Да, он, наверное, в это. Выпал гнезда. Сказал, так и есть. Так, друзья, короче, сегодня день не очень. Мелкая щучка, удочки не очень. На этом рыбалка у нас закончилась сегодня. Так что до новых встреч. С вами был Игорь, Андрей и канал «Рыбалка в Сибири».